На эту выставку посетителей зазывают шумно. В крупном торгово-развлекательном центре экспозиция «Саратовский район. Территория комфорта для жизни и бизнеса». Мы решили провести эту выставку, показать достижения, показать повседневную жизнь жителей Саратовского района. Родилась в Саратовском районе, живу в Саратовском районе, село Ускурдюм. Так что я впечатление выставки замечательно. Все видим, как процветает наш Саратовский район. Я увидел здесь свои фотографии. На фото праздники, которые прошли на территории Саратовского района и уже стали брендами. Экспозиция показывает жизнь предприятий, которые сделали регион экономически успешным. Глава района отмечает, их сейчас насчитывается более 2000. Значит, количество работающих, вновь созданных рабочих мест за последние 5 лет свыше 1000. Значит, объем налоговых поступлений за последние 5 лет увеличился без малого на 100 миллионов рублей. Это официальная цифра статистики. Средняя продолжительность жизни жителей Саратовского района за последние 5 лет увеличилась на 2,5 года. Здесь можно не только посмотреть, но и даже попробовать. Посетители оценивают продукцию производителей Саратовского района. Хозяйство привезли фрукты, напитки и мясные изделия. Продукция очень приятная по вкусу. Чувствуется хороший состав, хорошее качество. Выставку открыли не случайно. Ее приурочили к Международному экономическому форуму «Умножение. Формула роста для Саратовского района». Он пройдет на следующей неделе. Вообще такой форум проходит впервые. Мало того, с таким названием проходит впервые. Я везде рассказываю, почему он называется «Умножение». Настало пора умножать и пора перестать делить. Очень важно, чтобы мы проявили сплоченность со всех сторон. Бизнес, власть, граждане. Для того, чтобы достичь одного результата, чтобы у нас в России было хорошо. Посетить выставку и посмотреть фотоэкспозицию можно до 18 сентября. Организаторы приглашают всех желающих. Вход для посетителей бесплатный. Оксана.